Приветствую вас, дорогие друзья, в Dead by Daylight. Сегодня у нас будет играть Мэг Томас против призрака. В общем, это будет круто. Надеюсь, ты меня поддержишь лайком и напишешь какой-нибудь комментарий. Давайте по традиции опять наберем плюс 100 лайков. В общем, с вами Алекс Плей, и мы начинаем. Выходим на прогулочку. Ох ты ж, блин, это прям какой-то знак свыше. Боже мой, и очень плохой. Мы появились рядом с крюком, прямо смотрели на него. Надеюсь, это ничего не значит, и не значит, что мы на нем будем потом висеть. В качестве... Хера себе, увидите это? Не сдавай меня. Гоу, 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 гоу! Фига себе! Давайте посмотрим, что там такое. Она где-то рядом. Вон, она бегает. А, вы видите? Я лично вижу ее. Так, будем знать, что здесь аптека. Нифига себе, да тут целое логово просто ее. Может, тут еще будет что-то интересное? Офигеть, слушай, ну если нас здесь поймают, я думаю, нам не сбежать. Нас опять трое. А почему нас трое? Я в последнее время замечал, постоянно нас трое. Это очень плохо. Так, может, найдем что-нибудь получше? Опять аптека. Блин, ну мы будем знать, куда бежать, если что. Она, в принципе, рядом. Нафиг. Давайте возьмем лучше аптеку. Сейчас аптека нам больше будет пригодиться. Так, так, так. Если будут все живы-здоровы, то мы уже возьмем... То мы уже возьмем инженерный набор. Да ну нафиг, она погибла? Не, не погибла. Быстро, 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 быстро. Офигеть. Надеюсь, она убежит. Так, один генератор мы починили. Жестко. Надо ее отвлечь. Блин, боже мой. Фигово. Надо найти какой-нибудь генератор. Так, что, попробуем? Надеюсь, получится. Пока нормально. Давай, 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 давай. Надеюсь, она спряталась. Иначе будет очень плохо. Да как ты меня заметил-то? Боже мой, вы это видели? Боже мой, какой же я дурак. Какой же я, блин, нуб. Просто нубяра. Офигеть. Офигеть. Ну как можно было так попасться, а? Как можно было так попасться? Блин, ну почти выбрался. Почти что. Слушай, она хорошо ей играет. Вот я плохо ей играю. Будет кемперить, нет? Нифига себе, так рядом стоит. Боится. Все, ушла. Так, все. Давай, давай.
Они смогут вылечить? Надо подальше отойти. Так, постараюсь за деревом спрятаться. В принципе, я сам себя могу вылечить. Давай, давай, давай. Получается, мы друг друга все вылечим. Это очень здорово. Так. Все, вроде все живы-здоровы. Блин, что нам делать? Что такое? Блин, что за дергается? У меня всегда все хорошо. What the fuck? Ты серьезно, так будет всегда? Блин, хреново. Я, наверное, и помешал, да, там стоял. Офигеть. Просто жесть. Жестко, ребят. А маньяк хорошо играет. Да у меня еще, блин, что-то лагает. Лаги гребаные. Не то, что лаги, а... Как будто бы то ли у хоста что-то с интернетом, то ли еще, видите, как прерывается. Но это не в моем компьютере и не с моим интернетом. Такое первый раз вообще у меня. Я довольно-таки далеко, блин. По-хорошему надо ее спасти. А где она висит? Она далеко. Молодец, сбежал. Сбежала. Тихо, тихо, тихо. Опять поймала. Хреново. Ладно, может быть, я ее наоборот отвлеку сейчас? Очень плохо чинится генератор. Так, вот один. Кстати, да, давайте... Давайте, может быть, найдем инженерный набор. Так, 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 подожди, а где он был? Тут у нас что? Тут у нас аптека. Быстро спустимся. Там точно был инженерный набор. Так, вот, возьмем его. О, боже мой. У нас еще делов очень много. Тут в хорошем месте находится. Ты издеваешься, блин. Они все на полу лежат. Поймала. Попробую поднять ее. Это очень важно. Я как раз, блин, как раз аптечку убрал. Тихо, тихо, не двигайся. Не двигайся, все будет хорошо. Давай, давай, давай. Она тут прогуливается. Блин, жестко и опасно. Фу, боже мой. Три генератора. Я не вижу... Я не вижу люка. Это хреново. Пожалуйста, хватит мазать. Дурацкая проверка реакции. Да грю... Гребаные глюки. Фига себе. Так, вон она.
Не заметила. Возможно, она сюда вернется. Ладно, тут хороший генератор. Вот тут надо попробовать починить. Надеюсь, получится. Только не мажь, пожалуйста. Потная катка. Очень потная. Блин, как же стрёмно. Офигеть. Дурацкая проверка реакции. Сколько еще будет это мучение? Блин, заметила меня. Подожди, она поняла, где я или нет? Она не потеряла. Так, не стани, не надо. Теперь надо опять за аптекой, ребят, идти. Возможно, она сейчас тут будет крутиться. Молодцы, еще один починили. Да нет, возьми, блин, возьми аптеку, пожалуйста. Надо самоизлечиться сейчас. Давай, давай, давай. Она меня слышит, нет? Она видела или нет? Она меня не видела. Нифига себе. Просто перед носом. Просто перед носом ушел. Так, пожалуйста, сделай это. Ох ты ж, блин. Что так сразу-то? Что же так сразу? Опять здесь. Валим, 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 валим. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Да как я там починю, блин? Она контролирует это. Так, ушла. Она сейчас будет от генератора к генератору, скорее всего, ходить. Она все палеты ломает, да? Это нереально жестко. Я попадусь так рано или поздно. Нам по-любому надо его починить. Почему снижена починка? Поймала. Это может на руку сыграть. Она сейчас сюда не пойдет. Она пытается контролировать. Может, она не хочет нас ловить? Может быть, она хочет больше... Типа заработать очков, просто нас контролировать всех. Посадила на крюк. На все. На одного меньше. Так, у меня нет аптек. В принципе, может за аптекой сейчас ходить. Аптека бы нам пригодилась. Там генератор стоит, но он опасно, блин.
опасно за ним идти. Так, давайте, знаете, что? Давайте вот издалека возьмем, чтобы потом не рисковать. Если что, у нас будет еще одна аптека. Тихо. Нас двое. Будет ли напарник чинить? Генератор. Ну это с нуля, просто с нуля надо будет его ремонтировать. И тут, блин, тут очень опасно, тут видно вообще все. Ну а что поделать, надо чинить. Не знаю, получится или нет. Да как ты меня поймала, блин? Нафига? Вот нафига я это сделал, ребят? Ну это была глупейшая ошибка вообще. Надо было бежать. Я думал, просто она меня не видит. Жестко. Жестко. Ну почему так всегда? Ну почему? Давай. Сопротивляйся. В самом конце, когда он починил генератор, такая вот фигня случилась. А, блин. Как долго я буду мучиться? Спаси меня. У тебя будет шанс, если меня спасешь. Не собирается спасать, короче. Спаси, пожалуйста. Так, просто бежим. Так, просто бежим. Ёлки-палки. А подожди, я нормальный, я живой. Я вообще целый. Как я ее спасу теперь? Она, подожди, она погибла? Она погибла, я один остался. Спасение через люк. Его надо еще найти этот люк. Блин, да где она? Фига себе, он там бегает. Но, возможно, будет люк охранять. Можно, конечно, попробовать через дверь. Так, потихонечку. Если мы рядом будем находиться, то по звуку мы определим, что где-то рядом люк. Пока что просто пойдем, блин. Она меня видит, заметила. Да где мне теперь его искать? Убегай. Осторожно. Давайте зайдем, короче, сюда. Постараюсь подлататься. Прям подальше. Хватит ли аптеки? Нет? Нет, не хватит, я думаю, аптеки. Нужна еще одна аптека.
По-моему, наверху была, да, аптека? Ах, офигеть. Не кричи, пожалуйста. Так. Надеюсь, что тут будет аптека. Тут не аптека, блин. Вот что мне делать? Попробуем просто открыть ворота. Пожалуйста. Блин, да ну как так? Она видит, да, меня? Беги, беги, беги. Так, что теперь? Надо подальше уползти. Зашибись! Я до последнего держался. Просто до последнего. Я не мог гребаный люк найти. Ну все, ну тут точно 100%, ребят, провал. Жесткая катка была, жесткая. Почему, когда я играю за выжившего, я никогда не нахожу люки? Единственный шанс, один момент был, когда я нашел. Боже мой. Шансы были хорошие. Ну-ка, сколько дадут? Мы так долго вообще играли. Я думаю, 1020, больше 20 дадут. Цели выживания. Что-то, блин, подожди, 17 что ли? Я думал, больше дадут. За храбрость только 8 дали. Нормально. Фух. Спасибо, ребят, что переживали до последнего. Это неимоверно было сложно. Я, честно говоря, я уже думал, я сбегу. И в конце, когда я открывал, поторопился. Надо было все-таки подождать. Шансы были очень хорошие. Ну что ж, все в сборе, теперь я отомщу. А, мешочек с мелом, кулинарная книга и что-то там потускневшая монета. Ну что ж, я вышел на охоту. И он такой так скромно стоит, смотрите, ножки прижал друг к другу. Довольно-таки странный маньяк. Так, можем выходить из невидимости. Ладно, наша задача контролировать... Постоянно контролировать генераторы. Чем дольше мы будем контролировать, тем лучше. Пускай они там лечатся, хоть залечатся. Смотрите, тут вообще никого нету. Возможно, на корабле первый будет чинить. Надо будет посмотреть. Надо будет проверить. Да. Нет. Нет, ребят, нет тут никого. Значит. Блин. Хрен на него. Может, он даже побежит. Может, он сейчас будет на стороже. Так, я лучше тут прогуляюсь еще. Так, там есть кто-нибудь? Никого. Ну-ка. Все, надо, короче, туда было возвращаться. Нормально. Так рядом пробежал прям. Отлично. Долго, конечно, нам лучше не бегать. О, отлично видит следы.
Идем, идем, идем. Хорошая ищейка, хорошая. Так, как-нибудь бы сократить. Вижу, 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 вижу. Погоня. Погоня, погоня. Давай, давай, давай. Она ускорение использовала. Смотрите, молодец. Получилось. Так. Ты будешь первая моя жертва. А, вижу крюк. Починили как раз один генератор. Вот я играю выжившим, у меня постоянно трое. Постоянно трое. Как только я играю за маньяком, все четверо. Сошибись. Так, надо проверить все генераторы. Посмотрим здесь. Тут все чисто. Так, так, так. Будет ли кто-нибудь спасать? Что-то боятся они спасать, боятся. Опасаются. Так, они реально опасаются ее спасать. Там вроде чистый. А вот теперь идем. Теперь идем. Ускоряемся. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ускорилась, молодец. Ух ты, нифига себе, как молодец. Слушай, неплохо. Отлично. Так, это второй раз, да, мы ее берем? Второй раз берем. На этот раз ты у нас будешь висеть здесь. Убежать хотела, смотрите, какая. Так, пока повиси. Там мы исчезаем. Я пока тут прогуляюсь, немножечко посмотрю. Так, есть тут кто-то или нет? Вроде не видно. Вроде не видно. Где-то там взорвался. Так, окей, идем туда. На корабле. Надо будет ловить. Сколько? 4 генератора. Сейчас еще один починит. Ну, по-любому починит. Сломаем нафиг этот генератор. Так, так, так. Ну, пастись смысла нет его, да, наверное? Давайте-ка лучше прогуляемся здесь. Прогуляемся, обстановку посмотрим. Вижу, 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 вижу. Нормально. Чё она вздумала? Чё она бегала вокруг меня? Какая странная. Так, вижу следы. Слушай, а ищейка мне нравится. Ищейка крутая. Я прям вижу, где она. Так, бежим по следам. Давай, 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 давай. А что ты будешь делать-то? Нормально. Подбили. Так, куда тебя посадим? Надеюсь, ты не сбежишь. Ближайший круг здесь. Вот тут у нас будешь висеть. Ха-ха-ха. Слушай, а мне нравится этот маньяк, прикольный. Так, я пока тут надломаю. Еще один починили. Еще один починили. Так, ну-ка. И где он? Ау, выходи. Так, что там, тебя никто спасти не пытается? Виси, виси пока здесь. Три генератора, значит, да? Три генератора. Тут нормально. О, вижу, вижу, вижу. Как я промазал-то так? Жестко прям так промазал.
Так, подбили. Подбили красотку. Ты специально, что ли, выбежала? Так, пока спрячемся. А, два генератора еще осталось. Будете они лечить, нет? Так, так, так. Я никого там не упустил. Что насчет верхнего генератора? Который дома. Он пока не тронутый. Так, ну-ка, там кто-то есть? Сложно так заметить. Скорее всего, там верхний будет. Ну, конечно, его почти завели уже. Так, вырываемся. Отлично. Погоня. Окей. Очень хорошо. Ну-ка, где ты будешь у нас висеть? Так, вижу один крюк. Идем, 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 идем. А, заметил, заметил ее. Погоня началась. Так, беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Попали. Хорошо, два раза попали. Так, а что у нас там? Ладно, короче, давай. Давай тебя уже поймаем. Раз взялись. Раз взялись за это дело. Так, и вижу, в принципе, крюк ближайший. Где у нас ты будешь тут висеть и красоваться? Отлично. Два генератора еще. Так, надо пока этот сломать. Давайте быстренько надломаем его. Так, хорошо. Их видно, нет? Ну, вроде никого тут нету. Так, тут тоже нету. Вот там еще генератор есть. Так, ну тут тоже никого нету. Будут ли тут чинить? Тут не чинят. След, вижу след. Вижу следы. А вот теперь бежим. Теперь поиграем. Отлично. Так, побежим со второй, нет? А где вторая? Вон она. Давай, давай, давай. Давай, давай. Беги, 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 беги. Хорошо-то как. Так, вот ты у нас и попалась. Ох, я думаю, я их напугал-то. Ох, напугал. Так. Осталась одна раненая. Пускай сопротивляется. Одна все еще лежит. Только где я ее буду искать? Она сейчас такую ползет потихоньку, блин. Так, тут не надо ничего ломать. Мне кажется, он не будет ее спасать. А нет, смотрите, спас. Молодец какой. Они теперь все трое. Отлично. Бежит, 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 бежит. Так, куда же ты бежишь? Отлично. Так, подбили. Ха-ха-ха. Слушай, неужели я научился играть? Посмотрим. Так, ближайший круг, наверное, вот он будет. Так, опять ее сюда повешаем. Неплохо.
Как же сложно им, как же им сложно. Мне это нравится. Они еще себя вылечить не могут. Так, ну там навряд ли, там уже ничего нет, нифига. Че, спасли, да, опять? Опять спасли, смотрите. Ха-ха-ха! Так, нормально. Теперь ты у нас будешь висеть. Ох, как они боятся, я думаю. Нормально. Одну за одним. Так, ну тебе сразу смерть, я думаю. Да, она умерла. Теперь, я думаю, у них задача починить генераторы, да? Чтобы спастись. Интересно, нашли ли они люк или нет? Они что тут будут чинить? Так, пускай бежит пока. Так, вон вижу. Пока что преследуем, она меня в принципе не видит. А вот я ее вижу, вон она, красавица. Крутая ищейка, прям очень сильно прям понравилась способность. Так, ускоряемся. Ускоряемся. Молодец, какая, беги, беги, беги. Хорошо. Там вдруг покачает генератор твой. Так, окей, что он там починил? Так, вижу, 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 вижу. Обманула меня, что ли? Как ты могла меня обмануть? Все, нашел. Отлично. Так, ну я только подбил, да? Пускай бежит. Беги, 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 беги. Ладно. Твоя взяла. У тебя есть хороший шанс. Попалась. Попалась, отлично. Отличненько. Дойду ли я до крюка? Вот в чем вопрос. Далековато был, далековато был. Так, ну все. У тебя есть шанс бежать, я тебе прям даю. Осталось только одну найти. Где-то мы ее здесь... Где-то здесь потеряли, да? Неужели она так далеко уползла? Ну-ка. Ну вон она, вон она, бедолага. Сейчас все закончится, не бойся. Отлично. Так, ну все, она последняя. И у нее есть хороший шанс сбежать. Если она сбежит, да, возможно, она в люк убежит. А, с другой стороны, все понятно. Ну, смотри, все четыре пойманы. Фу. Первая катка, конечно, за выживших тоже очень сложная была. Ну, спасибо, ребят, за поддержку, за лайки, за комментарии, ребятки. Очень вам благодарен, и поэтому я снимаю Dead by Daylight. Потому что вы меня просите. Давайте наберем 100 лайков, а лучше 200. И будет продолжение. Ритуал колокола. Плюс 11 тысяч нам дали. Используя силу. Хорошо. Так, что там еще? Неплохо дополнительно. Сколько заработаем, интересно? Мы всех поймали. Штук 30 тысяч не будет, наверное, да? Да ну, почти 30 тысяч, 27 тысяч. Прям, я очень сильно доволен. Понравился мне маньяк. Я думаю, мы с вами еще за него поиграем. Онлайн ранг убийцы. Нифига себе, нормально так. В общем, ребятки, до новых встреч. У меня уже 16-й. Смотрите, прогресс убийца 16-й. Это очень радует. Поднимаемся. А почему 15-й? Неужели 15-й у меня? Был вообще 17-й. В общем, ребятки, до новых встреч. Всем пока-пока. Смотрите, какие они вообще скиллованные. Офигеть. А у меня, смотрите, что. Я победил. Ну, я считаю, это заслуженно.